что у нас тушится наша свекла с нашей морковкой, да, в растительном масле, поджаривается. Тем временем мы готовим нашу капусту. Значит, у меня белокочанной капусты нет, я использую капусту брокколи. Значит, ну вот что я делаю, да, то есть я беру ту, что вот эту часть, да, со стеблем, то есть вот это стебель, да, то, что отходит от капусты, а это вот листики, то есть на ней плодов уже нет, да, завязи уже нет. То есть это вот то, что осталось. Эту часть, да, можно не выбрасывать, ее также можно использовать в пищу. Значит, мы обрываем листики, да, мы обрываем листики, и мы оставляем, вот получается вот таким вот образом, да, мы должны сделать. То есть листики отдельно мы используем, да, то есть мы их моем, мы их сушим на тарелочке, а стебли мы используем отдельно. Также мы моем, также мы просушиваем все это. И также все это можно, да, стебли мы режем, да, стебли мы мелко нарезаем и отправляем в нашу кастрюльку к свекле и к моркови поджариваться, да. И листики также мы мелко режем и также отправляем в нашу кастрюльку к свекле и к морковке. Итак, увидимся в следующем ролике.